Сегодня у нас уникальные новости прямо из нашего города. По всему городу разлетаются слухи о загадочном существе по имени Эмбер, которое появилось совсем недавно. Интересно, что это может быть? Давайте разберемся вместе. Я слышал, что оно быстро, как молния. Никто даже не успевает хорошо рассмотреть. Моя подруга утверждает, что она видела это существо в парке. Она говорит, что оно было огненное, прямо как костер. Вот это интересное существо. Красиво. Если кто-либо сможет предоставить нам доказательства существования этого необычного создания, мы готовы выделить значительное вознаграждение. Боб, вознаграждение! Да слышу я, Ангелин, спокойно. Да, вы не ослышались. Представители городских властей готовы выплатить большое денежное вознаграждение тем, кто сможет предоставить фото или видео этого загадочного существа. Не упустите шанс стать настоящими героями. Если вы случайно застанете это существо, не забудьте нажать на запись на вашем телефоне. Хорошо, заодно протестируем дрон. Давай! Так, ребят, прибыли на первое место. Сейчас будем запускать дрон. Ветер довольно-таки сильный. Я надеюсь, получится. Отлично! Дрон на небе! Ищем так называемую Эмбер! Так, давайте-ка. Вот, может, на этой дороге где-то она прячется. Пролетим-ка вперед. Если Ангелин что-то увидишь, сразу же говори, окей? Да. Здесь ее нигде нету. Машина поехала. Может, по железной дороге бегает. О, это Эмбер? Подожди, кто-то там на поле есть. Давай посмотрим кто поближе. Это? Сейчас я приближу. Это пугало! Пугало. Не, Эмбер же огненная. Кстати, может, под мостом. Она вообще быстро двигается, по крайней мере, как мы видели в новостях. Тут ее нету, ребята. По-моему, надо мне поменять локацию. В первой точке говорили, что она будет здесь, но я ее здесь не вижу в данный момент. Тут всего 3 локации, поэтому мы по-любому ее в скором найдем, ребята. Погнали. Ребят, локация номер 2. Эмбер должна быть где-то здесь. Здесь просто дом. Посажено тут у людей. Растения, речка, забор. Ничего интересного. Зелень, ничего, никого не видно. Здесь так красиво. Красиво, но не то, что надо. Нам надо Эмбер найти. Я хочу ее заснять, сделать фотографии, ну и получить вознаграждение. Да. Спасибо, что вы с нами смотрите прямо сейчас. И не забывайте подписываться на наш канал, Англикосик. Да. Так, и снова поменяли локацию. Пролетимся вперед. Эмбер, пожалуйста, появись. Я так хочу тебя увидеть. Да. Папа, заброшенный замок. Красивый. Вау. Подожди, я видел какой-то огонь. Так, лети она туда. Она внутри, кто-то внутри, давай. Лети внутрь. Подожди, я не туда поворачиваю. Надо мне привыкнуть с этим дроном, не могу все привыкнуть. Подожди-ка. Где она? Или мне показалось, ты что-то видела? Даже не знаю. Наверное, мне показалось. Ребят, пишите в комментариях, что-то было там или нет. Давайте-ка глянем, что внутри. Так, надо сюда повернуть. Не очень. Ой, как красиво. И никого нету. Не знаю, что это было. Очередная локация, ребята! Короче, полетели к замку. Тут есть один красивый замок, вот. Может быть, где-то она там обитает. Эмбер, где наш огонек? Где ты? Появись уже! Лети за замок, может быть, она там прячется. Озеро. Не, она не будет возле воды. Она, наверное, боится воды. Конечно, это же огонь. Хотя возле деревьев, если она будет находиться, деревья тоже загорятся. И снова ее нигде нету. О, птица, смотри. Птичка летает рядом возле нашего дрона. Птички, кстати, любят почему-то дрон. Думают, что это птица летает. Так, давайте-ка сейчас смотрим местность. Да, тут машины катаются, но вряд ли она так будет гулять спокойно возле машин. Хотя все может быть. Крутовой, не, ничего нету здесь. Мне уже надоело столько летать. У меня скоро все аккумуляторы сядут. На грузовой машине катается. Ладно, шучу я. Эмбер. Хотя, может, она в машине какой едет, как ты думаешь? Нет, наверное, машина загорится, если она будет внутри сидеть. Не может быть такого. Какие-то тучки, кажется, дождь скоро будет. Мой дрон боится дождя. Я не смогу долго летать. А, кстати, она тоже боится дождя. Поэтому нет толку летать тогда. Где она тогда будет прятаться, если дождь будет? А я откуда знаю? Мы вообще ничего не знаем. Подожди-ка. Смотри! Тут по дороге идет! Это она! Вон она! Смотри! Смотри, она нас заметила. Она смотрит на дрон. Подожди, я что, так близко? Мне надо чуть повыше взлететь. Она смотрит на дрон. Так, она убежала куда-то. Повернула. Да. Так. Где? Во! Видишь? Да. Это Эмбер. А вон мы там вдали. Вон наша машина стоит. Наша машина. Она направляется в нашем направлении. Нет. Верни дрон назад. Быстрей.
Возвращаю! Она направляется в нашу! Ангелина! Где она? Папа, пойду посмотрю, где она? Как вы? Ангелина, ты что, сдурела? Так. Вон Ангелина, я вижу, вон синяя кофта. Эмбер направляется. Так, мне надо дрона возвращать назад. Ангелину надо звать. Ангелина, вернись! Пап, я ее вижу! Ангелин, возвращайся назад, скорее сюда! Она движется сюда, быстрее! Ангелина, быстрее возвращайся! Я дрон возвращаю! У меня есть одна идея! Она движется прямо сюда, Ангелина! Пап, что за план? У меня есть ведро и вода! Я не знаю, насколько она опасная! Я вылью на нее воду, если что! Пап, давай быстрее возвращай его! Да я не могу, ветер очень сильный, его трудно посадить! Давай, пожалуйста, посажу хотя бы на машину! Давай, садись, родненький! Yeah. Она уже рядом! Получилось! Да! Папа, она совсем рядом! Слышу, Ангелин! Быстрее, папа! Да сейчас, последняя бутылка! Обвиняйся уже все! А ты что, ведро будешь кидать в нее? Да нет, Ангелин, ты стой на шухере, а я полезу на крышу! Ты думаешь, она тебя не заметит? Не знаю, я пригнусь как-нибудь, так что будет, то будет! Ребятки, ставьте лайк, чтобы у нас все получилось! Я готов! Она просто испарилась! А мы ее не убили? Да я не думаю, но мы же не убийцы! Эмбер! Да нету ее нигде! Просто мокрая и все! Пап, мы ее убили! Да не может быть такого, Ангелин, успокойся! Да она оживает, пап! А вот это уже интересно. Она выглядит такой злой. Она очень злая. И она очень быстро движется за нами. Нет! Ангелина, быстрее! Быстрее, Ангелина! Все, я больше не могу бежать. Ты уже... Все. Ты видел? Она сожгла нашу видеокамеру. Как нашу видеокамеру? Ну там же вся запись. Хотя, погоди. Дрон же был, пап. Да-да-да, все верно. Дрон еще есть, там вся запись. Пока Эмбер нету, давай вернемся к машине. Только давай уже спокойно пойдем. Наша машина стоит. Блин, дверь открыта. Эмби, не видно. Пошли в машину. Вроде все в порядке с машиной. Дрон у нас. Ангелина, Эмбер нигде нет? Нету. Пап, погнали уже домой. Да все, видео отправил. Теперь ждем вознаграждения. Алло, кто это? Да-да-да, это именно мы, да, это мы были, да. Через сколько нам быть? Хорошо, да, будем. Ну что, пап, кто нам звонил? Спецслужбы новостей. Нас пригласили на прямую трансляцию. О, да, круто! Едем прямо сейчас! Иху! Здравствуйте. Новости сегодняшнего дня. У нас в гостях очень интересные гости, блогеры. Ангелина и ее папа Раймик.
Здравствуйте, я Ангелина. Здравствуйте, я Папа Рамик из канала Англикотик. Ситуация такая. В нашем городе обитает некое существо под названием Эмбер. И Ангелина, и Папа Рамик единственные, кто с ней встретились и успели ее заснять. Расскажите, как это было? Ну, все было банально просто. Мы вот с Ангелинкой, как обычно, решили прокатиться, запустить наш любимый дрон. Ну, конечно, нам захотелось получить вознаграждение. Мы запустили дрон, искали Эмбер так долго, ее вообще нигде не могли найти. Я уже собирался ехать домой, и тут бац, мы ее увидели. Она стояла вот прямо и смотрела нам в камеру. А потом она направилась в нашем направлении. Это ужас, она еще сожгла нашу камеру. Ну, это вообще зрелище было великолепное. Правда, Ангелин? Да. А теперь давайте-ка взглянем на экран. Подожди, я видел какой-то огонь. Смотри, тут по дороге идет! Да? Это она! Он смотрит на дрон. Вы, конечно, молодцы, ребята. Очень смелые, отважные. И давайте действуйте в том же духе. Удачи вам. Надеюсь, у вас все получится. Вы поможете поймать Эмбер, поможете нашему боевому отряду. Удачи, ребята! Да, всегда пожалуйста. И вам спасибо, что пригласили нас в вашу студию. Спасибо вам. Спасибо. На этом все. Но не забывайте подписываться на канал Англикосик. Папа, это так было круто! Ну, я так волновалась! Ты что, Ангелин, камер, что ли, боишься? Ну, вообще было правда круто. Новость — это огонь! Алло? Раймик и Ангелина, с вами разговаривает спецподразделение «Гром». Мы наслышаны о происходящем с вами. Мы предлагаем вам поучаствовать в операции по защите города. Вам высланы координаты. Так. Дальнейший план также придет на телефон. И все? Звонок закончен. Ну что, пап, поедем? Давай, погнали. Опять эта местность. А что, Эмби здесь живет? Так получается. Ну пошли. Что это такое спереди? Ведро с водой и детский пистолет. Водяной пистолет. Водяной, интересно. Все готовы, времени мало. Мы уже ведем ее на вас. Нет, стой, ты помоги. Сбросили трубку. Пап, ну что они там сказали? Эмбер направляют на нас. Эмбер уже здесь. Ангелин, я готов ее встречать. Ты сиди там, жди меня. Вечно мне надо ждать. Ладно. Она уже близко. Как она быстро движется. Пацан, здесь опасно! Убегай быстрее домой! О, мамочки, она уже рядом! Блин, я попал в нее! А ей пофиг! Да блин, что за дурацкая пукалка? Получай! Я вроде бы горел, но ничего не обгорел. Это как будто бы замороженный был. О, дай подпить. Слава богу, все хорошо. А где Эмбер? Она уже здесь. Блин, а я всю воду выпил.
Это, наверное, спасатели. Ангелина, папа Рамик, оставайтесь на местах. Мы вам поможем. Ангелин, быстрей к машине! Ангелина, папа Рамик, спасибо вам за помощь! Теперь смело отправляйтесь домой! Сегодня вечером не забудьте включить новости! До скорой встречи! Сегодня нам удалось поймать Эмбер с помощью наших друзей из канала Англикосик, Ангелина и папа Рамик. Эмбер теперь в решетке, с которой она не сможет сбежать. Папа там нас показывает! Да круто, мы попали в телек, в новости! Офигенно! От лица президента нашим героям будет выдана награда и орден за помощь спецслужбе. Поймали ее в решетке. Пап, да мы же с тобой герои! Да, дай пять, боец! Ситуация такая. В нашем городе обитает некое существо под названием Эмбер. Сегодня нам удалось поймать Эмбер с помощью наших друзей из канала Англикосик, Ангелина и Папа Раймик. Эмбер теперь в решетке, в которой она не сможет сбежать. Алло, привет. Раймик, привет. Быстро включай новости на Первом канале. Хорошо. Новости, понял. Спасибо. Ангелин, срочно поставь Первый канал и новости. Пап, ну дай мультик досмотреть. Ангелин, нет времени, давай новости прямо сейчас. Во, Первый канал, давай, оставляй. Эмбер, недавно осужденная и заключенная в тюрьму, сегодня совершила невероятное. Она сбежала. Но это не самое удивительное. Ей удалось совершить побег не одной, а с помощью загадочного соучастника, водяного Рибл Вейда. Давайте разберемся подробнее в этой удивительной истории. Очевидец расскажет, что Вейдер был настоящим профессионалом и использовал смелость и хитрость, чтобы помочь Эмбер сбежать. Они двигались через сложные коридоры и преодолевали одну переграду за другой. Итак, наша страна оцеплена в ожидании в пути. Блин, Эмбер сбежала! Ей помог Вейд водяной! Это прикол, побег устроили, совсем уже сдурели! Пап, погнали искать Эмбер и Вейда! Да без нас, наверное, никуда, давай, опять их поймаем, заснимем на дрон и поможем полиции! Папа, это подумала, неужели они настолько глупы, чтобы постоянно возвращаться на одно и то же место? Ну, сейчас посмотрим, насколько они глупы. Так-то ты правильно думаешь. Я бы точно не возвращался на одно и то же самое место, если бы меня бы ловили здесь. Ну, пока я их нигде не вижу. Может, ты и права. То мы просто попросту тратим свое время. Видишь? Тут ничего нету. Ну, полетаем еще чуть-чуть, посмотрим, может быть, и найдем их. Кто его знает? Ну, хорошо, мы их найдем. Что нам это даст? Не знаю, поможем опять их поймать. Только на сей раз уже двоих и получим двойную награду. Нигде их нету. Подожди, где эти кусты? Мне показалось, там кто-то есть, где эти кусты. Нет, там никого нету. Просто показалось. Да как же так? Пап, стой! Справа там дичуки! Я что-то видела! Какие сено имеешь в виду? Ну да! Давай повернем туда. Давай. Где именно, расскажи мне. Там позади, ну сзади. Сейчас я туда подлечу. Стоят вдвоем! Ребята, мы их нашли! Да. Погоди-ка, они что-то разговаривают? Они умеют разговаривать! Сейчас я подлечу поближе. Давай. О чем они там говорят? Сейчас я громкость настрою. Папа, тебя что, в дроне есть микрофон? Ну да, они признаются в любви. Подожди-ка, я поменяю чуть-чуть локацию. О, они могут дрон услышать. Я аккуратненько подлечу сюда, потихенько, тихенько. Мне так все надоело. Я хочу вернуться домой. Мне все надоело. Родная, успокойся, я тебя люблю. Ты теперь со мной. Я тебя тоже люблю. Мой Вэй, ты самый лучший на свете. Спасибо, что спас меня. Я-то тебя спас. Но вот эти негодяи, Ангелина с папой Раймиком, у меня получат. Я их найду и сделаю им плохо за то, что они тебя упекли в решетку. Вэй винит нас, что мы это сделали. Он хочет
нас поймать. Нет, не надо. Мы же совсем рядом. Они за теми кустами. Может быть, не надо? Давай просто вернемся домой. Мы же не такие плохие, не будем ничего делать. Конечно, конечно, неплохие. Да вообще офигели. Эмбер нас поджигала. Конечно, людишки думают, что мы плохие, потому что мы их поджигали. Ну, Эмбер, ну ты же оборонялась. Это естественно и нормально. Они бы тебя убили. Слышишь, они же неплохие. Да, она говорит, что просто оборонялась. Мы, людишки, не так поняли. Вообще, что за бред? Что происходит? Почему на нее охотятся? Что она вообще плохого сделала? Да вообще ничего. Я весь интернет перечитала. Ни одной информации о том, что Эмбер что-то сделала плохое. Да, что-то здесь неладное. Но Вейд все равно хочет нас поймать и наказать. У тебя не было выхода. Да, я знаю. Что нам теперь делать? Я хочу домой. Вернемся мы домой. Не волнуйся, моя родная. Пап, ты не боишься, что они дрон заметят? Боюсь. Поэтому надо чуть-чуть отлететь назад. Полечу, короче, наверх. Все равно же слышно, что они говорят. Аккуратно, эй, не жми эту, Ангелин. Что ты делаешь? Дрон упадет. Надо очень аккуратно поворачивать, чтобы тихо передвигаться, а то они его услышат. Блин, у меня дрон садится. Аккумулятор. Блин, что же делать? Надо возвращать его назад. Пап, быстрее верни дрон назад. Я бы еще чуточку хотел бы послушать, что они говорят, но придется все-таки возвращать. Все, я его возвращаю назад. Если бы я бы знал, что они умеют разговаривать, я бы с ними давно бы уже договорился. Надо с Вейдом поговорить. Так, дрон. Вот наша машина. Сейчас мы дрон вернем и что-нибудь придумаем. Да, только как мы с ним будем разговаривать? Сейчас кое-что придумаем. Подожди, Ангелина. Пап, тебе звонят. Кто это опять незнакомый такой? Да, алло. Опять громы? Что? Вы совсем сдурели? К моему дрону. Офиг. Ну ладно. Пульт. Хорошо, поищу. Опять на нас нажать. Хорошо. Хорошо. Все, понял. Будет сделано. Пап, что Гром опять сказал? Так они вообще офигели. Они подключились к нашему дрону. Они увидели, что мы следим за Эмбер и Вейдом. И они сказали, чтобы я сейчас пошел на улицу, нашел какой-то пульт. Они опять приманят Эмбер и Вейд в нашу сторону. Когда они приманят их сюда, нам просто надо будет нажать кнопку на пульте. Это за пульт без вообще? Без понятия. Может, какая очередная ловушка. Пошли, пульт найдем. Что это как-то все странно. Что именно странно? Ну, Эйба же вроде бы неплохая. А еще нам надо найти какой-то дурацкий пульт. Мне самому это не нравится. Словно что-то от нас утаили. Где пульт, блин? Да где же пульт, пап? Где-то в этой траве. Пап, собаки лают. Эмбер и Вейда, значит, гонят сюда. Смотри. Пульт! Нашел! Пап, давай сначала поговорим с Эмбер и Вейдом. Я так же думаю. Кнопку мы всегда успеем нажать. Ждем их, Ангелин. Беги быстрее! Это опять эти злые собаки! Беги быстрее, беги! Что мы будем делать? Я хочу домой! Так, Ангелин, возле машины слишком запально. Надо перепрятаться в какие-нибудь кусты. И когда они сюда подбегут, мы их позовем к себе. Давай туда! Супер, побежали! Так, давай где-нибудь сейчас в этих кустах тут спрячемся. Так нормально, мы же здесь спрятались. Да, неплохо. Машина там. Они погонят Эмбер и Вейда к нашей машине. Вижу, надо их позвать сюда. Эмбер, Вейд, сюда! Сюда, сюда! Сюда, быстро! Быстро! Это они! Кто? Ангелина с топориком! Ну, сейчас они у меня получат. Ты думаешь, они нас услышат? Да, смотри, они смотрят на нас. Да, и собаки тоже бегут сюда. Ну, блин, точно, я об этом совсем не подумал. Надо попробовать включить какой-нибудь ультразвук на телефоне. Может быть, получится их отвлечь. Есть, сработало!
Да, отлично. Давай поговорим с ребятами. Гайвик, Ангелина, идите сюда. Спокойно. Мы с миром. Спокойно. Уэйд, успокойся. Выслушай их. Я вам, людишкам, не верю. Вы очень хитрые. Не-не-не. Мы с миром. Мы знаем, что вы хотите вернуться домой. Мы хотим вам помочь. Что у тебя в руках? Это... Да это просто пульт от моего дрона. Пульт? Врешь ты мне! Видел я такие! Выкидай его скорее! Хорошо, выкину. Мне тут звонят. Мне надо ответить. Алло. Уэйд, успокойся. Они же нам хотят помочь. Смотри, они собак отпугнули. Да ладно, я стою, слушаю, ничего не делаю. Понял. Мне сейчас звонили с команды Громов и сказали вас приманить к моей машине и нажать кнопку на пульте. Эта кнопка вызовет подмогу. Нет, я видал такие пультики. Нажми кнопочку прямо сейчас. Да я нажму эту кнопку, и подмога сразу будет здесь, его сразу поймают. Нет, это ловушка. Я сказал, жми прямо сейчас. Да, нажимаю, он правду говорит. Ну да, глупость какая-то. Пап, жми кнопку. Ладно, нажимаю. Это моя машина взорвалась. Что творится? Пап, представляешь? Мы бы были бы в машине. Видишь, они хотели тебя подставить. Да блин, за что? Нас? Вертолет летит сюда. Гром, подмога. Нам надо уходить. Да, нам пора идти. Давай, пошли с нами. Нет, вы убегаете. Мы вас прикроем. Нам они точно ничего не сделают. Ладно, спасибо вам. Аккуратней с ними. Спасибо вам. Чего, Ангелин? Как-нибудь выкрутимся. Ангелина, пора иметь руки вверх. Ну, почему руки вверх? Вы арестованы. Вы помогли сбежать преступникам. Что? Ангелин, просто поднимаем руки вверх. Слушаемся их. Мы хорошие, мы ничего не сделали, нет. Надо помочь. Они нам помогли. Вижу, я вижу. Так, у меня есть план. Зарядим их огнем и водой. За мной. Ангелина, ребенок, вы ее не имеете права арестовывать. Вы слишком много знаете. Вы оба будете наказаны. Да как так? Так нельзя. Ты готова? Да. 3, 4. Огонь и вода. Вперед! Огонь, вода, что происходит? Эмбер и Уэйд нас спасают. Офигеть, круто! Ребята, скорее, за нами! Побежали, пап! Давай, ребята, быстрее, быстрее! Ребят, уже темнеет, мы не можем бегать всю вечность! Да, я хочу домой! Мы тоже хотим домой! Где ваш дом? Здесь наш дом! Здесь на поле! Ребята, давайте возьмемся за руки! Мы вернемся домой, а вы вернетесь назад в свое прошлое! Это что у вас за магия такая? Слушайтесь, Эмбер, делайте, как она говорит, и все у нас получится! Да, пап, их надо слушаться, они особенные! Я готова! Ладно. Закрываем глаза! О, быстро закрыли глаза! Закрываем глаза, хорошо. Уэйд, пап, это был сон? А? Что? Где Эмбер и Уэйд? Нет, это не был сон! Все, как и говорили, мы вернулись в прошлое! Машинка на месте! Все, ура! Едем домой! Супер! Ребят, подписывайтесь на наш канал Англикоси! Ангелина, Ангелина, где Эмбер? За нами опять охотится Гром. Где Эмбер? Здесь нет Эмбер. Моя Эмбер появилась. Все снова сборы. Ура! Ребята, я так вас рада видеть. Ну, Гром уже здесь. Как здесь? Мы в 5000 километров в другой стране от Грома. Они не могут быть здесь. За нами охотятся все. Гром, Интерпол. Успокойся.
успокойся, успокойся. Как успокойся, так? Дорогая, так не может быть! Эмбер говорит правду. Мы прятались от них 2 дня, но ничего не получилось. Они нас нашли. Теперь они уже где-то здесь, рядом. Давайте уже спрячемся дома. Давай, быстренько, пошли в дом. Вертолет! Я надеюсь, это не гром. Давайте быстрее в дом. Сюда, сюда. Они уже рядом. Извините, ребята, что мы вас так подставили. Ладно, ребятушки, успокойтесь. Как есть, так есть. Вы хотите с поднятыми руками? Вы окружены! Вы хотите прямо сейчас? Вы окружены! Эмбер, Уэй, Ангелина с папоральниками, мы тоже знаем, что вы здесь. Все! Выходите с поднятыми руками, по-моему, вам говорить. Понись, понись. Они знают, что мы здесь. Нас уже вычислили слишком быстро. Надо что-то делать. Алис, мне страшно. Волнуйся, дорогая, я с тобой. Папа, пожалуйста, придумай, что нам делать. Я не знаю, Ангелина. Единственное, ребята, только вы можете написать в комментариях, что нам делать, поставить лайк и, конечно, подписаться на наш канал Англикосик. Пожалуйста, ребятки. У меня есть идея. Что за идея? В этом доме есть секретный выход. Надо через него по-тихонькому выйти на улицу, сесть в машину и уехать быстрее отсюда. Один. И вас позову, когда надо будет, хорошо? Нет, пап, давай я. Я маленькая, меня точно не заметят. Так боюсь тебя отпускать одну. Ладно, давай, так будет лучше. Молодец, Ангелина. Умничка, Ангелина, умничка. А эти дурацкие громы где-то рядом. Ребят, спасибо вам, что вы нам помогаете. Ребята, сюда. Все чисто, сюда. Отлично, Сайгон, ну, пошли, ребят. Фланг налево, направо пошел, быстрее, не могу быть где-нибудь из дома. Ищем их, быстрее! Пока не взломали наш дом, время убегать. Здесь чисто, никого. Здесь тоже, ищем дальше. Их нигде нет, мы все обыскали. Но я первый, здесь есть выход на улицу. Все глупыши, они все смотрят на дом. И вертушка тоже. Вот это ракета! Нас точно никто не догонит. Если только вертолет нас догонит. А вертушка где-то рядом. Они где-то здесь, ищем их, скорее. Здесь черный выход. Они там, наверное, скрылись. Передай быстро информацию вертушке. Хвосту, как слышно? Прием, вас слышно хорошо. Они сбежали, где-то на улице. Все надежды на вас, ищите их. Вас понял, ищем. Давайте обыщем периметр. Альфа, канал, вы налево. Вы направо, вперед. Катушка, рядом, что мы делать будем? Искать места, где есть деревья, прятаться от них. Сейчас я буду ускоряться, они нас не догонят. Слишком много поворотов, надо ровную прямую дорогу. Тогда я дам газу и удеру от них. Пап, Катушка, ровно под нами. Я слышу, слышу, не волнуйтесь, ребята, мы убежим от них. Вы только что получили разрешение вернуться домой. От кого? Куда вернуться домой? С нашей планеты. Нам надо вернуться обратно к вашему дому. Эй, как? Там домой опасно, там же громы. К бассейну. Быстро назад, найдите путь, как попасть к вашему бассейну. Все будут спасены. Мы только-только удачно скрылись от вертолета, а вы сейчас хотите возвращаться назад. Это какое? Это безумие. Не знаю, ладненько. Да, пожалуйста, давайте-ка, мы хотим домой. Ладно, давайте-ка. Сейчас придумаем план, как туда вернуться по-тихому с другой стороны. Пап, давай подъедем со стороны леса. Ладно, это, по-моему, хорошая идея. Направляемся сейчас туда. We'll be right back.
Все, мы возле дома. Сейчас аккуратненько подъедем с той стороны. Вы сидите там тихо. Я надеюсь, Громов уже нет здесь рядом. Вроде чисто, я никого не вижу. Да. Мы как раз сейчас подъедем сзади. Придется перелезть просто через забор, и бассейн здесь. Аккуратней-то там, Ангелина. Чисто, можем переползать через забор. Хорошо, потише. Давай, ребята, через забор. Давайте, только не шуметь, пожалуйста. Куда нам надо идти? За мной. Понял. Ребят, что дальше? А вы, ребят, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал Англикоси. Прямо сейчас. Сейчас откроется портал, и мы попадем в него. Пожалуйста, ребятки, сохраните этот портал. Никому не давайте. Это будет наша связь между вами. Хорошо. Какой это портал? Не забудьте закрыть портал! Ура! О, нет. Громы, вертолеты рядом. Пап, что тебе будем делать? Отправимся в горы. В самую глушь, в самый даль. Нас там никто не найдет. Да, подпишись прямо сейчас и включи уведомления, потому что уже совсем скоро будет продолжение.